представлена конструкция. И здесь уже можно объяснить, вот у нас ротор, вот у нас статор, вот у нас редуктор и так далее. Знаете, да, что это такое? Сейчас все больше и больше создаются технологичные предприятия, высокотехнологичные виды бизнеса, куда нужны очень высокообразованные, квалифицированные интеллектуальные специалисты. И вот этот вот, вот эта палитра знаний, профессиональных навыков, она должна помочь вам выбрать правильное направление. Техники и прочим, прочим, прочим. Сейчас как раз вот начинаем разговаривать. Готовы детям предоставить самые лучшие лаборатории, самые лучшие аудитории. У нас район Казани, он закрыт для плавания в ограниченную видимость. То есть наше судоходство, оно достаточно сложное в нашем регионе. Уважаемый Михаил